Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Cat S40 можно включить таймер в камере. Заходим в камеру. Это нас не интересует. Далее нажимаем настройки, автоспуск. И выбираем, сколько секунд. От 1 до 60. Первый раз на самом деле вижу, чтобы было 60 секунд. Давайте попробуем, например, 3. И также попробуем, пускай будет 5. Чтобы таймер убрать, нажимаем автоспуск и нажимаем выкл. Пробуем. Все работает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!